Товарищ командир, разрешите доложить. Докладывает капитан юниорской сборной команды России, мастер спорта международного класса Руслан Колесников. Юниорская сборная команды России по боксу заняла первое общекомандное место впервые в истории СССР и России, тем самым завоевав 6 золотых, 4 серебряных и 2 бронзовые награды. Лучшим боксером признан спортсмен весовой категории 69 кг Бижамов Джамбулат. Все вместе. Служу России! Служу России!